Алло. Грузовик? Какой грузовик? Нет, я не продаю грузовик. Вы ошиблись номером. До свидания. После сигнала говорите. Маша, здравствуйте, это Эсмеральда Ивановна. Срочно нужен переводчик для сопровождения английского кукольника. Он будет проводить здесь какой-то семинар. Предлагают хорошие деньги. Халтура, конечно, но, может быть, попробуете. Завтра в 11 часов у нас кастинг участников семинара. Занятия начнутся в среду. Вот подробное расписание. Том, прошу. Please.
Tomorrow at 11 o'clock we have a casting session for seminar participants. This seminar will start on Wednesday. Here is a detailed schedule. You look very nice when you're embarrassed. Вам очень идет, когда вы смущаетесь. Do you think, Dickie? Правда, Дик? Don't listen to him, Masha. Не слушай его, Маша. He hits on all the girls like that. Он ко всем девушкам так клеится. Some friend you are. Вот какой ты друг. Don't believe a word he says, Masha. Не верь ему, Маша. Him you shouldn't listen to. Это его не надо слушать. Мария Сергеевна, что говорит наш иностранный гость? Ему очень нравится наш город. Что, простите, я не расслышал. Ему очень нравится Москва. Спасибо. Том? Располагайтесь поудобнее, высыпайтесь хорошенько. Why don't you settle in and have a good night's sleep? Sleep? Завтра в 10:30 за вами заедет Маша. Masha will pick you up tomorrow at 10:30. Ну, а сейчас отдыхайте. And now you can have some rest. Rest? Ну, мы пойдем. And now we are leaving. What? Что? No. Нет. Masha, don't leave us. Маша, не бросай нас. I promise, I won't let him hit on you again. Обещаю, он к тебе клеиться больше не будет. Ой. Да кто к ней клеится? По-твоему, я похож на парня? Послушайте, пожалуйста, прекратите. Yeah. Вот видишь? Лучше помолчи. Look, Masha. Маша. It's our first time in Moscow. Huh? Мы первый раз в Москве. Come on, Mash. Пожалуйста, Маш. We lost without you. Без тебя мы потеряемся. Что он говорит? Он хочет погулять по городу, ему нужен переводчик. Ну, конечно, конечно, у вас будет переводчик. Я не экскурсовод. Мария, мы вам заплатим в тройном размере. Маша. Маша. I must pop to my room. Мне нужно подняться в номер. Will you join Ты со мной? No, thank you. Нет, спасибо. I'll wait for you right here. Я вас здесь подожду. This. Вот это да. Not bad. Не дурно. You know? Знаешь? I could get to like it here. Мне здесь нравится.
Девушка, оп. Хотите фотографию на память? Нет, спасибо. Реальный эксклюзив. Красавица, смотрите, что это. Запомните на всю жизнь. Я не люблю. Дорого, нет, ну правда. Не надо меня трогать. Зачем меня трогать? Дайте меня, ну что вы... Хватайте меня своими лапами дурацкими. Не забудьте, получайте удовольствие. Хотите? Прекрасно, все готово. Вы можете забрать фотографию в течение месяца. Если не придете, мы их уничтожим. Вот и все. Главное, квитанцию не потеряй. Маш. He's such a dumbass, right, Masha? Вот придурок, да, Маша? Come on in. Don't be afraid. Входи, не бойся. He's dressed now. Он уже оделся. Dear Masha, I'm sorry. I didn't mean to frighten you. Маша, дорогая, прости, я не хотел тебя напугать. He wanted to seduce you. Он хотел тебя соблазнить. All right. I'll butt out. Ну ладно, ладно. Молчу. Маша, я в растерянности. Помоги мне. У меня проблема с носками. Thank you.
you'll have to mail it to me. Oh, along with the schedule for June. Да, я все понял. Пришли мне, пожалуйста, наше расписание на июнь. How's the set looking? Декорации готовы? Yeah. Really? Правда? Okay. Отлично. Yeah. Okay. Look, can you tell Alf to pay special attention to Sarah's song? Пусть тщательнее отрабатывают песни. Yeah. Okay, just keep everything under control. Держи все под контролем. Right. Don't miss me too much. Не скучайте слишком сильно. I'll be back soon. Я скоро вернусь. Yeah. Right. Talk soon. Yeah. Bye. Bye. Пока. Crazy Russians. Вот козел, а? Ну ты посмотри, а? Козел? Ну козел. Козел? Козел. A goat? Ну. It's just an expression. Это такое выражение. Маша. Ты устала. Мы сами поговорим. Что говорит? Он хочет поговорить без переводчика. А, давай. Хорошо, Рома? Гуд. Гуд, Том. Гуд, Том. Хорошо, Том. А у тебя есть семья? Что он говорит? Откуда я знаю? Семья. Знаешь, семья. 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 Том. Семья. И все. То есть твоя семья. А те дети есть? Дети. 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 А, ты сам себе семья, а сам себе дети. Понятно. Алло. Ну какой грузовик? Нет, вы ошиблись номером. Кто там? Старшина Степанов, 38-е отделение. А вы по какому вопросу? По личному, наверное. Да вы не бойтесь, вот смотрите. Вот. Я. Мария? Да, а что случилось? Юрий. Я, так сказать, при исполнении наилучших чувств. Почитателя, получите, распишитесь, разрешите, я уйду. Ладно. Простите, Мария. Ошибочка произошла. Вы Мария из 18-й, а мне передачу для Марии из 21-й приказали отдать. Простите, этаж перепутал. Да мне, конечно, и не жалко. Да капитан Макаров, знаете, он такой.
Простите, извините. Простите. Извините. Hello? Tom? Hello? Tom? Why doesn't she ever say hi to me? Почему она со мной никогда не здоровается? Hello? Tom? Почему здесь люди никогда не улыбаются? Я не замечала. Не знаю. Так лучше? Yes, thank you. Да, спасибо. We'll be practicing all sorts of foolery. Мы будем заниматься всеми видами дурачества. We'll play the fool. Будем валять дурака. We'll fool around with each other. Дурачить друг друга. We'll even rush in where other fools foolishly fear to indulge in foolishness. Мы будем дурачиться даже тогда, когда другие дураки будут бояться по-дурачески придуриваться. Now this is not an easy task. Это не самая простая задача. Right, Digi? Правда, Digi? How do I know? Откуда я знаю? You haven't even introduced me yet. Ты меня даже не представил. I'm sorry, Digi. Прости, старик. I was getting carried away there. Что-то меня занесло. Позвольте представить вам Digi. Мы работаем вместе. Он тоже будет принимать участие в семинаре. Принимать участие? Да ты ничто без меня. Glad to meet you again. Привет, тусовка. The Digster at your service. Digi звезда к вашим услугам. Я тебе говорил, она меня игнорирует. Маша, не могли бы вы перевести моего коллегу? Извините. Разрешите вам представить Digi, это мой коллега, он будет работать со мной и также участвовать в семинаре. Digi сказал, привет, ребята, звезда Digi к вашим услугам. Мы будем заниматься всей этой ерундой практически месяц. Будем валять дурака до самого экзамена. After which the four greatest idiots will participate in the final show. После которого мы отберем четырех самых чокнутых для дальнейшего участия в шоу. Dudes, go on and on talking to yourself. Говорите, говорите, говорите сами с собой. Let the neighbors call the nut house on you. И пусть соседи звонят в психушку. Yeah. 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 Yeah.
Чуть не забыл. Это все ваше? Маша, я оставил кошелек в гостинице. Не могла бы ты заплатить за меня? Я верну. Мне не хватит. Маша! Маша! Ну какой же он все-таки засранец? Маша, к нему нельзя относиться серьезно. Ни к чему нельзя относиться серьезно. Это вредно для здоровья. Наверное, английский юмор такой. Какой юмор? Keep it straight. So here, keep them up higher. Чуть-чуть imagine повыше. You have the curtain here. Okay, so keep them up. Yeah. Yes. 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 Okay. Okay. Yes. Okay. Now keep it. You remember what I said? Straight. You're saying this, yeah? Keep it straight. Yeah? Please keep it straight. And keep пожалуйста, it on the tip of your. I've settled this. Yeah. Look, I don't. And keep your wrists relaxed. Keep the wrists запястье, relaxed. Немножко, yeah? Чтобы оно было расслаблено. No. Yeah, okay. Okay, now just relax that wrist. Нет, все-таки расслабь вот. Just relax the wrist, like that. Yeah? Что-то я забываю все время. Запястье вот. So, but keep this straight, keep your wrist straight. Are you saying that? Ты сказала, кись прямо. Wrist straight. Да, я сказала. Держи yeah? прямо, он еще wrist раз повторяет. Straight. And relax, relax. И расслабь. Yeah? Keep this on. Yeah, we're gonna dance together. So we're gonna и они танцуют вместе. Have them look at each other. Yeah? Чтобы они друг на друга смотрели. Hello, hello. Привет, привет. Give it back. Okay. Hey. Okay, keep it, please, keep it straight. Please, do it. Yeah? Okay? And then keep your arm straight. Держи yeah? руку прямо. Keep everything straight, 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 straight. Прямо, прямо. No, no, stop. This isn't working. Yeah? You're killing this with your нет, стоп, так не пойдет. Totally ты убиваешь все своим переводом. Это непрофессионально. Right? Yeah? Неужели это не ясно? Dull translation. Скучный перевод. Bla, 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 bla. Little Miss Mundane, aren't you? Маленькая мисс зануда. I need you to convey to them the emotional energy. Ты должна передавать ему эмоциональный заряд. Sing, move, dance, петь, танцевать вместе со мной. Петь и танцевать, как я. Танцуй со мной, пой со мной. Я не могу, пожалуйста, мистер Гринвуд, оставьте меня, я не могу. Ты можешь. Двигайся, шевелись, давай, пой, танцуй. Нет, нет, прекратите. I'm doing all I can. Mr. Greenwood, all I can. Я делаю все, что могу, мистер Гринвуд. But you have the right to replace your interpreter if you think но вы вправе поменять переводчика, если находите меня некомпетентной.
Маша, подождите. Маша, извините, пожалуйста, на что из-за нас так получилось. Ничего, ничего, все в порядке. До свидания. Ну что, капитан? Доигрался? Я бы тоже не пришел на ее месте. Не понимаю, о чем ты. Ладно, все ты понимаешь. Это я не понимаю, зачем тебе это нужно. Почему тебе всегда нужно все разрушать? Может, заткнешься? Пожалуйста. Nobody likes to hear the truth. Правду никто не любит. Окей. Окей. Ну хорошо. I hope she turns up soon. Поскорее бы она пришла. Dying for a cigarette. Курить хочу, умираю. Right. Big boy having a problem buying his own smoke. А большой мальчик не может сам себе сигарет купить? No. Нет. No problem. Может. Не подскажете, где здесь можно купить сигарет? Маленький стаканчик 5 рублей, а большой 10. Хорошо. Excuse me. Excuse me, do you know where I can get some cigarettes? Cigarettes. Excuse me, do you have some cigarettes? No, so no cigarettes. Hey, do you know where I can get any cigarettes? No? Hey, I've got a cigarette! У вас не будет сигарет? Hey, dude, take one. Эй, чувак, возьми одну. Very special. Особенную. You speak English? Вы говорите по-английски? Little bit. Немного. What is that? Что это? My conscience. Моя совесть. Маша, посмотри. Check it out. Маша, look, you can't be angry with me. Please don't be angry with me. Маша. Не обижайся на меня, прошу Маша, тебя. Маша, не сердись. Маша, 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 I'm sorry. Маша, you cannot be angry with me. Правда, please, никто Маша. На меня не обижается. Yeah, forgive me, Маша, please. Прости меня. Like? Тебе нравится? Маша, look, please, I was an idiot. Forgive Маша, me. Я вел себя как идиот. Yeah, watch this. Watch this. Yeah, не дуйся. You can't maintain на меня никто it. Никогда can't не обижается. And now we will learn how to speak. Let's try a few sounds. Сейчас мы будем учиться говорить. А давайте попробуем с нескольких звуков. Маша, мадам. Маша, дорогая. I hope you understand. I didn't mean to make you feel bad. Пойми, я не хотел тебя обидеть. It's just something I need you to do. У меня к тебе просьба. It's essential. Это очень важно. Yeah? Utterly essential. Will you do it for me? Сделай это для меня.
Please, Masha. Пожалуйста. Please, just this once. Один раз. Please. Пожалуйста. Try it. Попробуй. For me? Прошу тебя. Привет. Yeah, see? Видишь? Nothing to it. У тебя получается. Okay. Let's try a few words. Давайте начнем с нескольких слов. Summer. Лето. Лето. In the summer, I can stay out all night. Летом можно гулять до утра. Летом можно гулять до утра. Летом можно гулять до утра. Да, моя хорошая, здравствуйте. Здравствуй, Сома. Привет, Дженнифер. Очень хорошо. Алло. Прости, я забыл. Да, Эсмеральда Ивановна. Да, прости меня. Что, уже конференция началась? Что? Хорошо, да. Ну, я понял, куплю. Давай, это способно. Но хлеб, молоко, подожди, это невозможно. Чай, памперсы, ты шутишь? Я постараюсь успеть. Ну, прости, я... Да-да, конечно, я понимаю. Да-да-да. Простите меня, да, обязательно. Хорошо. До встречи. Все, целую. Все, целую, моя хорошая. Хорошо. Я не могу. Поговорим позже. Не могу. Пока. Все, целую, целую, все. Can we stop the car, please? Просто остановить машину. No problem. Заблудится, стопудово. Что случилось с инвесторами? Почему они прекратили финансирование? Хорошо, Джен, не переживай. Я знаю, мы разорены. Обещаю, я что-нибудь придумаю. Да, и премьера не будет. Извинись перед ребятами. Хорошо, Джейн, держись. Обнимаю. Пока.
So why did you suddenly decide to become a puppet master? А как ты вдруг стал кукольником? I guess suddenly is a word for it, really. Вдруг? Подходящее well, слово. I wanted to be a big movie star. Я мечтал стать кинозвездой. I wasn't very good at it. Не вышло. So I failed the audition. Я провалился на кастинге. Then a friend of mine got me a job in a puppet theater. Однажды друг предложил поработать неделю в кукольном театре. Кто-то из актеров заболел. And that was it, really. I was. И все, понимаешь? Drawn to it forever, you know? Я пропал. Just felt so right. Затянуло. And then I gave birth to Diggy. Потом я придумал и сшил Диги. You made him yourself? Сам сшил? Yeah. Да. All puppeteers make their own puppets. Кукольники обычно сами делают своих кукол. It's easy. Это не трудно. Hey. So what did you want to be when you were young? Ну а ты кем хотела стать в детстве? Well, may sound strange. Ну это глупо, наверное. Mm. Well, I wanted to dance. Я хотела танцевать, really? Правда? Really? Правда. My mom was overseas all the time, and I lived with my grandma, so. Мама была за границей, я жила с бабушкой. And I made танцевала, придумывала танцы. Once I showed them to one of my Даже однажды показала их подружке. Она сказала. What'd she say? Что она сказала? She said that it was really она сказала, что это and неуклюже и глупо, чтобы я больше никому этого не показывал. How old were you? Сколько тебе было лет? Nine. Девять. Маша, my dear. Маша, дорогая. May I have this dance? Можно пригласить тебя на танец? Para un loco que la conduce yo para mí porque estoy loco y eso me provocó que en vos pensase ya si un poema nace los más hábiles dejamos pasar los abriles y móviles para no quedar como giles y así ya no me enamoro de nuevo y así ya no me enamoro de vos de nuevo pensamientos del corazón son mi confesión.
Девушка, вам спонсор не нужен. Ну, замечательно. О! Нормально вроде бы. Понятно. Будет рада. Будет рада. Я же это заканчивал. Кружок юных талантов. Okay, get stuck in. Подходите сюда. Pick the one that looks you straight in the eye and reaches out to you. Выберите того, кто remember, смотрит на вас. It's not just you choosing them. It's them choosing you too. Учтите, они тоже будут вас выбирать. Yeah. No woman, no grass. Как его зовут? Меня зовут Флоп. Флоп? Флоп. Флоп. How does Flop fly? Как он летает? Как он двигается? Да? I think this jumper looks flea-ridden, like as fleas, да, you know? У нее этот свитер, может быть, там бложки как-то завелись. Свитер. Yeah. А иногда вдруг вот так вот, да. Как он к жизни возвращается? Может быть, он как-то начинает оживать из какого-то положения? Yeah, good, good, good. Да, closer, вот. Yeah? So maybe we have it in darkness. Может быть, он еще в темноте, еще не распустившийся такой. And then as the sun comes up. И вот, когда солнце встает. Slowly. Очень медленно. Awaken the flower. Да, вот он. And then one by one. Один за другим лепестки. And I think the flower likes it, yes? Yeah.
Tom, I've got a suggestion. Tom, у меня предложение. Может быть, сходим сегодня вечером? Прости, сегодня я не могу. Телефонная конференция в гостинице по поводу моего шоу. Okay? У тебя все в порядке? Как How's там дела? Cool. Да-да, все отлично. Можно я попробую? Please do. Конечно. And now. А теперь? Homework. Домашнее задание. Good evening, Masha. Nice to see you. Привет, Маша. Come in. Рад тебя видеть. Проходи.
he goes again. Опять ты за свое. Well. Ну. How's it going? Как дела? Cool ass. Великолепно. You know, Знаешь? We need to talk. Нам надо поговорить. To talk. Поговорить? You came here for that? Ты для этого пришла? Yes. Да. I want to say it was a great mistake. Я хотела сказать, что это было большой ошибкой. We should have. Нам не надо было. You know what together? Ну ты понимаешь. You didn't like it? Тебе не понравилось? Yes, but... Да. No, we should have... То есть нет. It's wrong. Не нужно было. We work together. Это неправильно. Мы работаем вместе. Yes, let's rewind everything. Давай отмотаем назад. I don't know. Press delete. И сотрёмся. As if there was nothing. Как будто ничего не было. Хорошо? Okay. Хорошо. That's what you want? Ты этого хочешь? Yeah. Да. I'm sorry. Мне очень жаль. I'm going. Я пойду. Sure. Конечно. See you. Увидимся. Давайте выпьем за здоровье нашего дорогого гостя из Великобритании. And now let's drink for the health of our dear guest from Great Britain. Ну и как это? Bottoms up. Bottoms up. Up. Bottoms up. Cheers. Спасибо.
C'est drôle ce qui arrive des fois, comme ça par hasard. J'étais toute seule dans une ville étrange et inconnue. Je regardais autour et là, tout était spécial. Le vent, les visages, les maisons, les petits cafés, les chiens. Je marchais, j'allais pas m'arrêter. J'attendais quelque chose sans trop savoir quoi. Et cette mélodie qui tournait dans la tête, la mélodie promenade. En arrivant sur une place devant l'église, je vois ce mime avec un magnéto, triste et souriant, il danse à ma musique. Et tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Et le mime ramasse ses affaires, il prend son chapeau et vient me prendre par la main, sans dire un mot. Et puis on court sous la pluie, jusqu'à ne plus pouvoir. Et le magnéto chante notre chanson. Браво. I have to introduce myself. My name is Tom. Я хотел бы представиться. Меня зовут Том. Can I ask your name, please? Могу я узнать ваше имя? Name. My name is Madeleine. Меня зовут Madeleine. But I don't speak English. Но я не говорю по-английски. Маша. Маша. Help me. Помоги мне. Извините. Это отличное место, тебе очень понравится. It's a great place, you'll like it. Sure I will. Я уверен, понравится. А можно мне тоже, пожалуйста, сигарету? Can I have a cigarette, please? До завтра, мой друг. Пока. Спокойной ночи.
Гвоздями? Да, вот такими. Ну, кто из вас мой принц? Жили у бабуси три веселых гуся. Можешь мне помочь немножко? Мне нужно подыграть чуть-чуть. Мне пары рук не хватает. Нет, я не смогу, мне не поможет. Пожалуйста, очень надо. Чисти прилавок, идиот. Но ведь он же чистый. Но мне кажется, очень же грязно снова. Перестань, что ты делаешь, а? Что ты? In a moment, you will learn the results of the exam. Сейчас вы узнаете результаты финального экзамена. Now, it was very hard for me to decide who to choose and who to leave out. Мне было очень трудно решить, кого из вас выбрать. And for those of you who didn't make it into the show, а те, кто не войдет в шоу, I want you to know, я хотел, чтобы вы знали, that you were the craziest idiots I've ever had the pleasure of playing with. Вы действительно умеете по-настоящему придуриваться. And I hope we can fool around together someday. Я надеюсь, мы однажды с вами попридуриваемся еще. So, Diggy, over to you. Eugene. Tanya. Lisa. Вова. Алло? Привет. А, привет. Как дела? Я хотел с тобой увидеться. Hold on. Подожди секунду. Interpreter. Я позову переводчика. Маш, can you help me out? Маш, помоги мне. Это Мадлен. Окей. Алло? Привет, Маш. Привет. Слушай, передай, пожалуйста, Тому, что я приглашаю его сегодня вечером на свой концерт. В 9. Хочешь, тоже приходи. Я внесу в список на входе. Гринвуд плюс 1. Хорошо? Хорошо. Ну, спасибо. А, и еще скажи ему, пожалуйста, что я его целую. Хорошо. What she say? Что она сказала? Она сказала, что сегодня вечером не сможет с тобой встретиться. Ей очень жаль, но она занята. Правда? Okay. Хорошо. Ha ha ha.
грузовик. Да, я продаю грузовик. А вас какой интересует? Большой, маленький? Есть еще в клеточку. Эксклюзивный золотой вас не устроит. Я шучу, да что, у меня нет чувства юмора. Послушай. Это очень важно. Ты еще успеешь. Я тебя обманул. Я не хотела, прости меня, пожалуйста. Я сволочь, я знаю. Мадлен сейчас ждет тебя в кризисе. Я знаю. Я ей перезвонил. Она смогла объяснить, что будет ждать меня в 9. Почему ты соврала? Маша, подожди. Я провожу тебя. Не нужно меня провожать. Не трогай меня. Я тебе сказала. Не нужно меня провожать. Пусти, не трогай меня. Что тебе нужно, Том? Чего ты хочешь от меня? Все, это все несерьезно. Иди домой. Лучше, чтобы ты пошел домой. Let me go. Come on. Let me go. Пусти. No. Put me down. Отпусти меня. Я тебе не кукла. Я сама могу решать, что мне делать. I'm going to scream. Я буду кричать. Дурочка. Сам дурак. Я дурак и дурочка.
Okay. Да, хорошо. Yeah. I'm already packed. Я уже собран. Yep. Okay. Of course. Be down in a minute. Ciao. Через минуту спущусь. Пока. Morning. Доброе утро. Morning. See you well? Как спалось? Yeah. Хорошо. How's your head? Как голова? I'm fine. Нормально. Reception just called. Звонили с ресепшн. I might miss my plane. Я опаздываю на самолет. Что doing? Ты делаешь? I have a plan. У меня идея. We lie here, as if we're sleeping. Давай притворимся, будто мы спим. And then we both wake up at the same time. И потом проснемся together. Вместе. Okay? Хорошо? Okay. Хорошо. One. Раз. Two. Два. Three. Три. Close your eyes. Закрывай глаза. Может быть, есть какая-то объездная дорога? Нет, нет. Эй, relax, Маша. Не волнуйся, Маша. One of my girlfriends is an air hostess. She'll pull the emergency stop. We'll make it. Моя подружка стюардесса дернет стоп-кран, и мы успеем. Maybe I should stay. Может, мне остаться? No, you'll make it. Да нет, ты успеешь. Все, подружка. I'll miss you, Digi. Я буду скучать по тебе, Диги. Thank you. Спасибо тебе. You. Ты. Do you know why? Ты не знаешь? People in the почему люди в кино целуются боком? No. Нет. Really why? Правда, почему? Hey, that's easy, dude. Это просто, чувак. У них слишком большие носы, по-другому не получается. Ты забыла спросить, вернется ли он? Yes, I forgot. Да, забыла.
Пока. Да на что? Подожди, я не поеду. Что ты куда поеду? В Европу. Смотри, гамачки замутить. Реально можем оттопыриться. Повеселиться, бабосов заработать. Ты что хочешь? Я хочу на канатке покататься. Слышь? Я хочу жареных бананов пожрать. Езжай, нормально. Давай. Так поехали. Бразилия. Я что тебе сказал? Поймай его, слышишь, поймай его, дай ему. Родители есть у того ребенка? Мы делаем мутик. Слышишь, мальчик, иди сюда. Иди сюда. Не, ребят, ну что значит ты будешь танцевать? Здравствуйте. Зафоткаем? У нас обед. Мы отдыхаем. Нет, через час приходите. Да нет, я тебе скажу, реально. Ага. Я уже год слышу, как ты поедешь. Это подарок. Посмотри. Ага. На что? Как ты водичку входишь? Так надо самому немножко. Немножко, да. Внимание проявить к этому, да. Вот здесь у меня все эти разговоры. Куда мы поедем, куда мы приедем. Смотри, на автобусе едем на Германию через Польшу. Вот, там нужно только шенген поставить. Потом какой шенген? У меня воду горячую отключили. Вот моя проблема. Понимаешь? Ну, а там есть горячая вода. Нормально. Yeah, but I want to try. I've never tried because pizzas? Yeah? I don't know. I'm not a big specialist. 5%. Yeah, try this. Да. Это... What? Да, да, я It's good? Это не фрай. No, it's... Это надо брать вот это.
I tested. Это настоящее вечернее пиво. For evening. Evening. Beer for evening. Okay. Но, подожди. Переведи. А если evening выпил, то morning, вот надо брать вот это. Ага, хорошо. Потому что потом... Вот там стоит такой цвет. Подожди, ты... А самое хорошее...